Це «Ранок на сьомому». Ми продовжуємо і з задоволенням зустрічаємо наших гостей сьогоднішніх. До нас сьогодні завітали директор та художній керівник Одеського обласного академічного російського драматичного театру Олена Шрамко. Доброго ранку. Добре. Та народний артист України Олег Школьник. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і по-перше, хочеться, Олег Львович, вас привітати з днем народження минулим. О. Як відсвяткували? Ну, видите, если я еще в состоянии приехать так рано на эфир, то прилично. А є якісь у вас традиції святкування дня народження? Ну, я очень люблю видеть близких и дорогих мне людей, больше ничего. Вы знаете, с каждым годом день рождения, он приносит, по-моему, радости меньше, чем предыдущий. Вот. Ну, потому что, знаете, мы идем же в одну сторону. Вот. Дай Бог, чтобы все это было не последний раз, вот и все. Чтобы было здоровье, и что-то делалось в этой жизни. И чтобы близкие, родные люди, те, которые тебе симпатичны, были здоровы и шли вот одной дорогой. Вот так. Ну, це дуже та дорога була щасливою. Дай Господь. Отже, 14 вересня починається так сезон в російському театрі. Це вже 144-й. Угу. З чого будете розпочинати? Ну, как всегда, с премьеры, которая вот только что, называется, состоялась. И мы хотели свой проект «Укрощение строптивых» еще раз напомнить зрителям о том, что такой спектакль существует, хотя уже все об этом знают, все говорят, все любят. И я думаю, что не по первому разу многие уже пришли, а те, кто не пришли, конечно, они должны прийти быстренько посмотреть. И дальше идет череда премьер, которые были в прошлом сезоне, для того, не для отчетности, а для того, чтобы все понимали, что все лучше и лучше происходит. И далее, единственное, что у нас закат чуть-чуть позже, чем обычно мы всегда ставим. Ну, так плечико подставим. Так. Да, 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 да. А так все премьерные спектакли, еще раз хотим напомнить зрителям, что у нас наконец-то в Русском театре открылась малая сцена, и в неделе открытия сезона, во вторник будет спектакль «Это на малость». Да, да. «Это здравствуй». Ваши передачи, наши замечательные артисты молодые были, рассказывали, смеялись, да. Веселились. И хочу сказать, что у этого спектакля очень неплохая перспектива, судя по зрительским откликам и по посещаемости. По-моему, мы сделали правильное дело. Более того, в новом сезоне мы готовим следующую премьеру на малой сцене. Еще это будет. Честно говоря, название еще пока не утверждено, но тоже очень любопытная штучка. Просто мы еще тут договариваемся с автором, да, насколько он нас попытается денежно обрадовать. Нет, я шучу, конечно, в любом случае, да, в любом случае спектакль будет, но я не люблю, вот, честно говоря, в эфире рассказывать название, перспектив. Вот мы уже привыкли, уже с вами сотрудничая, да, вот перед премьерой мы приходим и начинаем рассказывать. Уже с названием, с артистами, со всем, что произошло, мы знаем, о чем говорить. А сейчас, так как это перспектива, только репетируется, как-то не хочется. Спектакль – это как ребенок. Ты еще сразу не знаешь, какого он пола. Какого он пола, как он будет выглядеть, вообще, кто будет исполнять его роль, понимаешь? Как выбираете, до речи, репертуар саме для малой сцены? Пока еще случайно. Потому что вариант первый пробный, надеюсь, удавшийся, поэтому нам сложно. Пока еще вот уже такой вот перспектив... Первый спектакль был для такой больше молодой аудитории, так? Первый спектакль просто был дипломной работой нашей сотрудницы Даши, да. И поэтому там не было вариантов. То есть делаем в любом случае. Выпускаем ее из института Карпенко-Карова, потому что она должна выпуститься. А получился замечательный проект. Сейчас мы уже к этому подходим более серьезно. Естественно, мы уже смотрим, отсматриваем. Единственное, конечно, массовые спектакли на малой сцене, ну вот по большому счету, не получится. Для этого у нас есть большая сцена. И есть замечательный сюрприз, который мы готовим и не один на большой сцене. Об этом чуть позже, может быть, если хватит времени. Малая сцена пока это... эксперимент. И основная задача малой сцены – это человек должен безумно хотеть самовыразиться. Как режиссер, так и ребята, команда, которые с ним работают. И вот этот основной принцип подхода к малой сцене мы пока проповедуем. Как будет дальше, не знаем. Но пока все пытаются самовыразиться. Это замечательно. Даже мы уже с Олегом Львовичем хотим там тоже самовыразиться, причем вдвоем. В очень оригинальном. С кого вы работаете?
Ну, это проект готується. Ну, что, пока мечтается. Ще одна дитина, так? Да. Пока мечтается. Мы с Олегом Львовичем девы по гороскопу. И посему под каждый наш вот девичий день рожденный период мы всегда задумываем новые премьеры. Благо лето, благо море, Одесса, солнце, и у нас отпуск. Мы имеем возможность в отпуске встретиться на нейтральной территории. Нельзя жить, понимаете? Вот я не знаю, сколько лет я служу этому делу. Ну, отпуск, ну, хорошо, ну, день, два, три недели, а дальше начинаешь ходить и не знаешь, что делать, и биться головой об стенку. Хорошо, есть интернет, ныряешь туда, читаешь, и мечтаешь. И вот, а может быть это, а может быть то, а может быть это. Но все равно хочется уже чем-то заняться. И слава богу, что сегодня мы встречаемся с труппой. Может быть, после этого перестанет ходить. Так завжди. Вот, но я надеюсь, что все будет хорошо. И мы соскучились друг по другу, и хочется делать, и надо... Знаете, столько накопилось, хочется отдавать. Угу. Олег Львович, ви сказали, що для вас кожен спектакль – це як дитина. Чи є серед цих якийсь улюблений? Ви знаєте, якщо це ребенок, то он не может быть нелюбимый. Поэтому я люблю... Влюбленность может быть. Нет, пусть может быть. Нет, мне, вы знаете, вот то, чем я занимаюсь, и то, что мне, у меня в моем репертуаре, меня все устраивает. И я не, нет, были какие-то нелюбимые спектакли, может быть, были какие-то роли, которые я бы сделал иначе, если бы мне там не советовали, что не надо, с моей точки зрения. Вот. Но сейчас нет, у меня такого дискомфорта нет, я с удовольствием играю то, что написано в репертуаре. А написано много интересного. 22-го, бачу, буде закат. Да. Так, це вже скільки років він на сцені? Я вам скажу, что вот этот вариант, это всего лишь 2 года, и то не полных. А в эту пьесу я играю лет 30. Я с этого дела начал. Ничего. Да, но тогда я был на 30 лет моложе, понимаете, и играл 62-летнего, а теперь мы ровесники. Ви кожного разу намагаєтесь якось інакше подавати героя? Ні, существует, я вам скажу, некі правила ігри. Є режиссер-постановщик, установлений мізансцен. Не відходите від правил? Ні, є рисунок ролі. Але ти ніколи не зіграєш 2 рази одинаково. Потому что у тебя сегодня одно давление, завтра другое. У тебя сегодня одно настроение, завтра другое. Тебе там за кулисами кто-то сказал какую-то приятную вещь. И ты думаешь, как бы кого задушить. И все, опять же, это откладывается на состояние. Но, слава богу, никаких трагических вариантов за кулисами не происходит. Это я все пытаюсь так шутить с утра, но тяжело еще. Вот. Но и тем не менее, каждый раз ты слышишь, это другая музыка. И другая музыка, хотя буквы те же, артист вроде бы тот же. Мы же пока живые, все-таки как-то не каждый раз одинаково. Бывают такие ситуации, когда не хочется? Я вам дальше больше скажу, вот 30 лет, да, вроде ты с этой роли, ну там первые 8 и эти 2 всего-то 10. Но каждый раз, если это хороший материал, то каждый раз есть что сказать. И каждый раз, когда открываются какие-то неожиданные вещи. И вы хотели спросить, каждый раз хочется ли мне это делать? Бывают ще такі ситуації, коли не хочеться виходити? Бывает. Що ви робите? Ничего, иду и делаю. Вот бывает, ну не хочется, ну вот совершенно, ну вот как-то, как говорил мой один коллега, никакой апатии работать. Гарно, це така десь трохи фраза. І от, значить, тим не мені, ти приходиш, одіваєшся, чи ти там ділиш. І достатньо вийти і стати за кулісою, ну, от перші звуки музики, да? І як циркова лошадь пішов. І я вам должен сказати, що іменно от, коли сильно не хочеш, виходить лучші спектакли.
Вот так треба выходить. Потому что когда сильно хочешь, можно пересильнить, понимаете? А когда не хочешь, идет как-то мягко, пастельные тона появляются. То, все, все. И возникает вкус новый. И тебе хочется этим заниматься. И я ему скажу, что первая, вторая картина, и все. Главное, в зал услышать. Угу. Вот когда начинает дышать. У меня был педагог, который говорил, что наша профессия вообще безумно простая, никакой сложности. Ты выходишь на сцену, тебя заметил зритель, а ты обратил на себя внимание. Угу. Вот главное это внимание до конца спектакля не потерять. Все. Це важливо. До речі, як часто в цьому сезоні глядач може побачити вас на сцені? Следите за репертуаром. А репертуар составляємо ми, да. Наші сцені. Все в наших руках. Ви грали дуже різні ролі, від бендюжників до яких царственних осіб. Було. Чи є якась роль, котру хотілося б ще зіграти? Ні, є багато ролей, які я хочу ще зіграти, вне зависимості від возрасту, який вчора мені шарахнув. Я просто об этом говорить не буду, это такие личностные вещи. Если сложится, буду счастлив. И скажу, я вот как раз тогда об этом мечтал. Угу. Ну, может, зараз поговорим про сюрпризы, которые вы готовите у 140. Если мы будем раскрывать, это же не будет сюрпризом, понимаете? Ну, хотя бы на... Но только... То есть, чуть-чуть, да? Так, ну так трошечки ковырнуты. Рассказывайте, вы директор. Нет, вы рассказываете. Про сюрпризы это к вам. Ну, во-первых, мы начнем с русской классики, с одной из, на мой взгляд, лучших пьес Александра Николаевича Островского, которую будет делать молодой режиссер из города Киева, тоже недавно закончивший институт Карпенко. Хорошая пьеса, гениальная. Дальше посмотрим. Вот. То есть тот материал... Вы понимаете, что у нас же все начинается с литературы. Если пьеса фу-фу, ну, надо строить, изобретать велосипед. Тут не надо, тут гениальная пьеса. Вот, это раз. Потом вот на малой сцене будет премьера второго спектакля. Потом там к Новому году что-то варится... Да, неожиданные, неожиданные и совершенно, в общем, ни для кого. То есть такого в театрах города не было еще никогда. Так нам, ну то есть это мы точно знаем. Другой вопрос, что мы представим, как это будет. Вот, нет, понимаете? Это серьезный проект для взрослых. Вот. Мы чекаем. Детей мы, конечно, тоже не обидим, как всегда. Да, ну разумеется. Сказкой по сказке, а дело делом, понимаете? Mm-hmm. Вот. И дальше у нас есть глобальный план. А у нас уже есть традиция, извиняюсь, что я перебью. Нью-театра. Что-нибудь эдакое выдать, как закат, как украшение. Вот два года подряд мы уже выдавали что-то на день. Теперь у нас, мы знаем, чего мы будем делать дальше. Не буду выключенным, так? Нет, исключением это не будет, потому что традицию надо поддерживать. И мало того, та пьеса, на которой мы решили остановиться, это бомба. Ну, можно уже в чергу за усіма куточками. Не, ну, ребят, я вам честно говорю, не хочется называть имена и фамилии, и названия, но то, что это выдающееся произведение великого драматурга и писателя, это безусловно. Это даже можно не обсуждать. Это достойнейшая литература. Отже, будемо очікувати. Ждите, вот, понимаете, вот, за... когда зритель идет по кровавому следу. Отже, все розпочинається 14 вересня, нагадаю, відкриття нового сезону в російському театрі. Ну, що, запрошуєте? Запрошуйте всіх до себе. Розумієте, ми ціле утро потратили на те, щоб ви увидели нас, захотіли з нами встретиться, прийшли к нам в гості, як к себе домой. І приділайте це почаще. А ми будемо тільки щасливі і будемо пытаться делать все для того, щоб вам було хорошо і інтересно. Дуже дякуємо за те, що прийшли сьогодні до нас у гості, і бажаємо вам гарного театрального сезону. І вам теж.
Дякую. Тому що я сподіваюся, що ви не пройдете мимо нашого театру. Це не можна. Ні в якому разі. Ми кожного дня у нас на слуху російський театр. Отже, зараз будемо продовжувати від наших гостей. Переходимо до нашої наступної рубрики. Мова йде про кінообгляд.